Друзья, привет, на связи SMM-маркетинговое агентство Rocket. Меня зовут Оксана, и сегодня я хочу поговорить с вами про копирайтинг. Мы сейчас пакуем просто потрясающий курс по копирайтингу, поэтому приходите обязательно к нам обучаться. И чтобы освежить свои знания, я решила скачать несколько книг, которые рекомендуют все маркетологи. Меня очень удивляет, что в каждой книге информация, которая там содержится, не соответствует нашему 2021 году. Слишком много воды, которую автор размазывает по всей книге, чтобы сделать ее намного больше. Я когда прохожу какие-то курсы или читаю какую-то книгу, особенно по практической части, я хочу получить конкретные рекомендации, как правильно или с чего начать, или как сделать, чтобы было лучше и так далее. Я вам честно признаюсь, мы живем в 21 веке, и то, что тратит наше время впустую или кто-то, вызывает у нас очень сильное отторжение и агрессию. Так получается со мной, когда я открываю эти книги и начинаю читать. Что если вы попросите меня посоветовать какие-то книги по копирайтингу, я вам скажу, что если вы начинающий, просто начинающий писатель или копирайтер, эти книги вам подойдут. Но будьте готовы потратить очень много времени для того, чтобы найти хоть что-то в них. Мой персональный курс по копирайтингу стартовал в прошлом году, и очень успешно ребята научились быстро писать. Буквально-таки за 5 дней мы прошли программу, которая нужна человеку, ускоренную экспресс-программу нужна человеку, и мы этот курс сделаем намного насыщеннее, намного круче с практическими заданиями, потому что там все-таки уделялось больше обучению, а здесь мы еще сделаем практику. Ребята до сих пор благодарят меня за этот курс, этот сделаем мы более насыщенным, более практичным, тот был экспресс-курс. И знаете, я жалею только об одном, об одной ученице, которую я обучила, потому что, когда я рассказывала про копирайтинг, там было очень много запрещенных приемов, которые можно использовать только в крайнем случае. И вот сейчас, если перейти на ее профиль, который достаточно активно развивается в сетевом бизнесе, можно увидеть все те запрещенные фишки, которыми она научилась на моем курсе. Я понимаю, что в войне за потребителя все фишки хороши, все средства хороши, но я считаю, что копирайтинг нужно использовать во благо. Нужно уметь убеждать человека не громким словцом, а уметь сделать так, чтобы превратить его из просто вашего клиента в вашего друга и читателя. К примеру, чтобы не терять время, не читать все книжки, которые наполнены водой, есть несколько сайтов, которые в прямом режиме, в прямом времени смогут вам отредактировать текст и показать, указать на ваши ошибки. И еще я могу дать вам очень ценный совет. Зачем вам читать книжки авторов, которые обучают вас копирайтингу? Не лучше ли найти классного копирайтинга и начать читать его тексты, а возможно даже переписывать, чтобы понять, как он пишет, что он пишет, что задействует в своих текстах, то есть учиться на конкретном опыте? Безусловно, такие книги очень хорошо продаются, и мы на курсе вас даже будем провоцировать писать собственную книгу. Я прочитала очень много литературы, изучила очень много разных копирайтеров и их текста, и очень долго не могла понять той самой фишки, которая способна пробиваться в трансовые сознания обычных потребителей. Сейчас попробую в 2 словах вам объяснить. У каждого человека есть свое собственное состояние, к которому мы можем подключиться благодаря нашему тексту. То есть, помимо очень такого интересного и интригующего заголовка, нам нужно еще воссоздать структуру текста, которую наш читатель захочет изучить. Состояние транса, в котором присутствует каждый человек, это то состояние, в котором он думает о своих проблемах, о своей жизни, о том, что ему нужно там приготовить, куда детей определить и так далее. Наша первоочередная задача – вытащить его из своего транса, из своих проблем и затянуть в наш текст. И вот, наверное, самое большое откровение любого текста и копирайтинга – это то, что в тексте нужно писать для человека и про человека, который это читает. А для этого нужно изучить свою целевую аудиторию, понять портрет своего клиента, узнать, какие боли у вашего клиента, узнать, о чем он хотел бы прочитать, а не просто впаривать ему свои товары и услуги. И вот эти пару минут, которые вы смотрите видео, это вся составляющая книг по копирайтингу. Прикол в том, что когда вы читаете эти книги, вы не понимаете, как правильно писать текст, потому что копирайтеры совершенно не готовы делиться с вами своими секретами. Потому что у каждого есть своя стилистика, своя методика написания, но есть определенная структура, по которой ваши тексты стабильно будут читать. Зная этот скелет, каждый из вас буквально-таки за одно занятие уже сможет написать классный продающий текст. Ну а пока наше агентство пакует супер-мега-классный, крутой проект, курс по копирайтингу, вы можете найти известных копирайтеров и почитать в их блоге, как они пишут.